Один стукнул по башке, монетка вылетела. Он такой, у-у-у. Все остальные хопа, толпа вокруг него смотрят. Сейчас разберутся. Ты покажи только масонов и священников, что, в принципе, одно и Да, то же. да. Бьют по мозгам, только сильно, скажи, надо стукнуть. Тогда выпадет медалька. Людей тоже можно, но там может быть серебряная медалька. А вот золотая именно от масонов, если масоны стук по мозгам. У некоторых немножечко шерстка обожженная, но это неплохо. Ну, не так, отрастет. Да. Все-таки задело. Ну, это мелочь. Да, Не успели убежать. мелочи. Средняя цифра, как около 10% повреждений, это на все виды зоопарка. Ну, критически ни у кого нету. Да, пантерки некоторые накрыло, но они другая, природа другая, поэтому их просто приглушили. То, чем думали, немножко, они не остановились. Финков я шуганул. Дима, посмотри флот. Как он себя вел при этом всем. Миш, тоже глянь, флот. В первую волну они фиксировали, передали куда-то данные, а потом помогали. Что-то, смотрю, выпускали они. Тоже как трезубцы такие, смотри, маленькие. А их эмоциональная реакция, смотри. Они празднуют, или? А первая реакция, смотри. Первая реакция у них кипиш там, тревога. Волосы такие. То ли убежать, то ли... Что такое? У него так вот, я смотрю, группу так вот смотрит, как оно близко-близко подошли, только что? Что происходит? Серьезно? Смотрите, смотрите, что он творит. Предупредитель, я забыл. Потом, типа, ты мог сказать. Типа, перестрались, мягко говоря. Я говорю, нормально, показываю два бомбардировщика. Ну, не подумал, как и они отреагируют. Они их испугались. Квантовые подходят, но для них это все материально. Они сами, типа, квантовые. У них время иначе все. Типа показать, как это все происходит. Они их испугали. Смотрят, в клещи зашли и все. Так вот. Ну ладно, весело, в общем. Убрал я эти бомбардировщики орбитальные. Как подводные лодки. А сейчас да. Трамп ехидно улыбается. Эти тоже довольны. Потому что видят, что все нету. Но нам этих пидоргов надо добить. Вот, может, финки помогут. Может, какие-то сейчас опять Google зависнет на пару лет. Как в тот раз эти синие показывали лапки обожженные. Реально повисло. Потом, когда хакеры работали, реально Google 6 часов не работал по всей планете. Потом, когда Мона вытащила этот комп во Франции, который этих мигрантов поддерживал и всяких. Один за другим, за всех мы там поразбудили некоторое количество. В общем, тоже совпадение, да. Совпадающие, и гугловские тоже, да. Все четко прослеживается, прям. Прям-прям.
Google империя 2, да. Да, Facebook и Google, вот это Big Tech, и нах их надо просто уничтожить. Это первая цель, вторая китайский муравейник. Ну это ладно, дело немножко далеко от будущего. Скорее задача Трампа, а нам России хватит. Ладно, Финька, можешь показать, как двумя молоточками с двух сторон по мозгу ударить, и может быть мозг впрессуется в монетку? Ну, раздаем такие молоточки, что если с двух сторон хорошо вдарить, то прям спрессовывается масонский мозг. Они классно устроились. Они вот так садятся, как на голову вот сюда, а ушами, за уши человек лапками держится, а теми передними так тадух. Как да. знаешь, вот как барабанщики, вот эти Да, они так такие, и как надо. тарелки. Тадух, вот так и все. Почаще. Отличный план. Мне так смешно, как они за уши держатся задними лапками человека. Вот так, знаешь, хватит, вот так садятся, прикольные. И смотри, все подключки масонские, и квантовые компики, все Она же оттуда. вылетает вся от Да. вибрации. Это же сильно вот так, да? Молодцы. Супер. Прям сейчас сам медалик запихаю в масонов. В кого смогу. Давай все это делаем. Чтоб видели результат работ наших дорогих.